Как здесь много людей. Большое спасибо. Спасибо. Я очень горжусь вами. Спасибо. Вы любите свою работу, не так ли? Это прекрасно. Это так приятно. Замечательные люди. Большое спасибо. Прежде всего, я хочу поздравить министра Джона Келли и его жену Кэтлин. Где его жена Кэтлин? Она где-то здесь. Джон пришел со своими навыками, лидерскими качествами, образованием, опытом, силой и решимостью, которая просто обязана быть, чтобы выполнять такую работу и выполнять ее правильно. Он принесет пользу вам, этой стране. Он принесет такую пользу американскому народу, как никто другой. У нас также только что закончился брифинг с действующим руководителем управления по чрезвычайным ситуациям, с Бобом Фентоном. Мы обсудили последствия ужасных бурь, которые ударили по юго-востоку Соединенных Штатов. Наша нация шлет свои молитвы для всех, кто пострадал от этой масштабной трагедии. Я дал указание управлению по чрезвычайным ситуациям сделать все, что они в состоянии для помощи всем пострадавшим и затронутым последствиями. Мы уже утвердили планы по Джорджии и Миссисипи. По остальным регионам работа завершится также скоро. Управление ЧС выполнило замечательную работу быстро, и им просто необходимо работать быстро. Национальная безопасность служит делу спасения жизней, и этот уполномоченный человек будет направлять наши действия. В Департаменте нацбезопасности существует очень много подразделений, но одна из самых важных миссий ДНБ — это его правоохранительная миссия. Это правоохранительная агентство. Но долгое время вашему управлению и агентам не разрешали выполнять свою работу должным образом. Вы знаете об этом, правильно? Знаете это, конечно же. Но это все скоро изменится. И я очень рад этому факту. И вы также очень рады. Здесь я прошу вас усилить охрану права и законов Соединенных Штатов Америки. Охрана правопорядка будет усилена, очень усилена. Потому что люди удивлены, услышав, что нам не нужны новые законы. Мы будем работать в соответствии с существующей системой и действующим законодательством. Мы собираемся восстановить верховенство права в Соединенных Штатах. Перед тем, как пойдем дальше, хочу дать должное иммиграционной и пограничной службе, которые также присутствуют в этом зале сегодня, и отдать честь их службе, не только потому, что они дружно поддержали мою кандидатуру на пост президента. Это помогло, но это не единственная причина. Также хочу отдать должное двум людям в аудитории, которые будут играть очень важную роль в нашем движении вперед. Хочу дать должное Брэндону Джаду, президенту Национального совета охраны границы, Крису Крейну, это два моих друга, президенту Совета миграционной службы. Вы, ребята, будете очень заняты своей работой, как вы этого и хотели. Где они? Где эти ребята? Спасибо, парни. Спасибо большое. Кризис на наших южных границах в самом разгаре. Беспрецедентно большая волна мигрантов из Центральной Америки вредит как Мексике,
так и Соединенным Штатам. Я считаю, что шаги, которые мы предпримем, начиная прямо сейчас, усилят безопасность в обоих наших странах. Это будет очень положительно для Мексики. Государство без границ — это не государство. Начиная с сегодняшнего дня, Соединенные Штаты Америки получат назад контроль над своими границами, вернут свои границы. Спасибо. Я только что подписал два распоряжения президента, которые спасут тысячи жизней, сохранят миллионы рабочих мест и миллиарды долларов. Эти два распоряжения являются частью миграционной реформы, которую мы обозначили во время предвыборной кампании. Хочу подчеркнуть, что мы будем работать в партнерстве с нашими друзьями в Мексике, чтобы усилить безопасность и экономические возможности по обе стороны границы. Я глубоко восхищаюсь народом Мексики и с нетерпением жду еще одной встречи с президентом Мексики. Мы проведем ее вскоре. Мы обсудим тесную координацию по многим важным вопросам между нашими двумя странами. Эта координация включает в себя ликвидацию картелей и недопущение утечки нелегального оружия и денежных средств из Америки в Мексику. Это все идет из нашей страны, из Соединенных Штатов, прямо в Мексику. Им необходимо остановить это. Нам необходимо остановить это. Мы собираемся спасти жизни по обе стороны границы. И мы также понимаем, что сильная и здоровая экономика в Мексике очень благоприятна для Соединенных Штатов. Очень благоприятно. Мы хотим, чтобы так было. Работая вместе над положительными принципами торговли, безопасными границами и в вопросах экономического сотрудничества, я действительно верю, что мы можем расширить отношения между двумя нашими государствами и вывести их на невиданный уже долгое время уровень. Наши взаимоотношения с Мексикой станут лучше. Вот краткая сводка о предпринимаемых действиях, изложенных в моих распоряжениях. Министр национальной безопасности, работая вместе со мной и моей командой, начнет немедленное строительство стены на границе. К несчастью, она нужна. Вы знаете, как она нужна. Как вспомогательный элемент, но, к сожалению, нужный. Эта стена также поможет Мексике сдерживать незаконных иммигрантов из Центральной Америки и ликвидировать сети картелей. Как я часто говорил, этой стране мы хотим прогнать плохих уголовников, торговцев наркотиками, гангстеров и членов их банд, глав картелей. Мы не можем жить спокойно, если они будут оставаться в нашей стране и наносить ей ущерб. Мы заставим их убраться, и убраться быстро. И Джон Келли будет управлять этим делом. Наше распоряжение также вводит следующее. Оно заканчивает политику задержания и освобождения на границе и требует от других стран забирать своих преступников. Они их будут забирать. Распоряжение вводит строгие правила по отношению к городам-убежищам, где нелегалы не преследовались за нарушение законов, предоставляет полномочия миграционной службе выслеживать и обезвреживать тех, кто представляет угрозу общественной безопасности, предписывает дополнительный набор 5000 офицеров погранслужбы, предписывает увеличение количества офицеров миграционной службы в 3 раза. И вы оба выполните замечательную работу, но вам нужна помощь, вам нужно больше людей. Распоряжением создается управление нацбезопасности, которое будет заниматься делами и поддержкой жертв преступлений, совершенных незаконными иммигрантами. Многие годы СМИ массово игнорировали происшествия с американцами и законными резидентами, которые стали жертвами открытых границ. Для всех тех, кого тогда не услышали, хочу повторить эти слова.
Мы слышим вас, мы видим вас, и вас больше никогда не станут игнорировать. Когда я ездил по стране, у меня был шанс познакомиться с матерями, которые потеряли своих детей в результате насилия, которое пришло из-за границы. Хочу поблагодарить проект памяти. Это замечательные люди, которые предоставили возможность быть услышанными. Их называли матерями ангелов, этих убитых детей, потому что они стали голосом, который защищал всех американских детей. Их дети не умерли напрасно, поверьте мне. Политические аналитики говорят о том, что усиление миграционных законов может разделить семьи незаконных иммигрантов, но семьи, о которых они не говорят, это семьи американцев, у которых забрали людей, которых они любят. Аналитики об этом не говорят. Никогда. Как у вашего президента, у меня нет более ответственной обязанности, чем защита жизни американского народа. Прежде всего, эти семьи потеряли своих любимых. Потом они столкнулись с системой, которая игнорировала их и в то же самое время постоянно поощряла тех, кто нарушал закон. Эти семьи сталкивались с целой серией несправедливости. Но все меняется, начиная с сегодняшнего дня. К нам сегодня присоединяются родители, чьи дети зверски убиты лицами, которые живут здесь нелегально. Я сейчас назову имена этих родителей и попрошу их встать. Многие из них стали моими друзьями за последние 2 года и также оказали мне большую поддержку. Я очень благодарен Мэри Энн Мендоза, которая потеряла своего сына, сержанта полиции Брэндона Мендозу. Фред Фаденбер и его сын Джеймс, которые потеряли Билли. Билли был сыном Фреда и братом Джеймса. Жена Билли, Натали, была также убита нелегальными иммигрантами, теми, кого здесь никогда не должно было быть. Лора Вилкерсон, которая потеряла своего 17-летнего сына, прекрасного Джоша. Джош был особенным. Где Лора? Хорошо. Лора, спасибо. Кэрри Руис и Луцио Руис-младший потеряли свою молодую дочь Фелицию. Спасибо. Прекрасная Фелиция. Большое спасибо. Спасибо. Стивен Ранабек, потерявший своего 21-летнего сына Гранта. Спасибо, Стивен. И с нами очень много других из организации памяти и других групп. Это замечательные люди, которые сделали так много. Хочу поблагодарить всех за то, что вы здесь. Очень особенные люди. Спасибо. Ничто не заставит их боль уйти. Но хочу, чтобы вы знали, ваши дети не потеряли своей жизни напрасно. Они поставили такую невероятную цель для многих других людей. Это были замечательные молодые люди, и о них всегда будут помнить. Всегда. Мы никогда не забудем их. И я хочу сказать родителям детей, которых они любили, вы поддерживали пламя правосудия своим активизмом. Продолжайте.
И сейчас вместе мы спасем тысячи жизней. Когда речь заходит об общественной безопасности, для политики не остается места. Нет никаких республиканцев, никаких демократов. Мы все становимся просто гражданами, добрыми гражданами. Мы хотим безопасности в обществе, и мы требуем безопасности в обществе для каждого. Мы хотим уважения, хотим иметь замечательные школы. Мы хотим, чтобы было достоинство и равенство у каждого. И я буду президентом для каждого. Я обещаю вам, для каждого. Мы поставим мосты через то, что нас разделяет. Мы вылечим наши раны и объединим нашу страну. И если мы сделаем это, если будем работать вместе, это будет означать, что нет ничего, чего мы не могли бы добиться, как американцы. Будущее безгранично. Пожелаем удачи нашему новому и замечательному лидеру ДНБ, генералу Джону Келли. Спасибо вам. Благослови вас Бог. И да благословит Бог Америку. Поздравления Джону.